И всем привет, с вами Максик и еще два пацана, Андрей и Мистер Бокс. И мы играем в Slendy Tubies. Первая версия. Ага. Да. Первая, там без разницы. Да. О, блядь, уже какая-то хрень выскочила. А мне норм. Ладно, пошли, пойдемте. Так, блин, так. Я вот просто... Я пойду обратно. Так, ребята, вот это ты. Это вон тут. Да, молодец. Мы шли к плакучей Иве. Ну ты там знаешь что? Я не знаю, я не смотрел. У берега посмотрите, там должна быть. О боже, это смотри. Да, сейчас. Его изнасиловали? Нет, смотри, подойди. Я подошел, я на нем стою. Фу, все, он просто там скример выскакивает. Что с тобой? Ладно, все, пошли нафиг. Ладно, пошли отсюда, я что-то как-то... А то просто... Ай, блядь! Парни, я пещерный. Его тупая рожа, меня бесит. А, блин. Это было не страшно. Не, ну я... Это я просто... Не, ну правда, страховый. Ай, блядь! Здрасте. Ну, я уже привыкаю. Что-то много скримеров. Да подожди ты меня, ёп! Тише, все, пошли быстрее. Я сам боюсь, побежали вообще на шифт. На шифт, окей. Так, ладно. Так, стой. Я тут. Так, да. Блин, да он уже 4 чашечки нашел. Андрей, блин, вообще читак вообще. ВХшник. Да, ВХшник. Фу, ВХшник. О, мы нашли тоже миску. Идем, собирай. Все собрал. У меня 3 миски, у меня 3 миски. А, стоп, ты где? А, вот он ты. Вот я. Я просто боюсь. У меня почему-то 3 миски. А, он собрал 4, а я 3. Я тоже 3. Что это за хрень? О, здравствуйте, привет. А, это ихняя логово. Привет, парни. Логово? Опа. Я здесь с вами. А я тут увижу код. А мне мама рассказывала то, что я смотрел телепузиков в детстве. Ебаный пылесос. О, чашечка, да. Давай собирай. И я соберу. Ура, 5 чашек. Мы так такими темпами можем пройти всю игрушку. Блин, он Андрей куда-то убежал. Да, ну ладно, пошли вместе будем искать. Зато нам вдвоем будет не так страшно. Ну да. А я еще на одни тарелочки, бери. Да вообще прям по дороге, давай. А мы по 6. О, смотри, еще мисочка. Давай, мы уже по 7 собрали. Смотри, не там придет. Еще одна миска. Да, видим. О, 8 уже собрали. Все, мы скоро пройдем игру. Чтоб вас съел фиолетовый. Ой, идем сюда. Идем. Чтоб меня съел фиолетовый, да ну нахер. Я сейчас предупредил. Ребят, я бегать не могу. А, почему? Ребят, почему? Почему я не могу, вот смотрите, как я иду? Да, ребят, заупала эта стерва орать уже, а? Блять, я сейчас, твою мать, у меня сейчас сердечный приступ будет, твою мать!